Кажуть, що душа людини добре почуває себе на небесах, якщо про неї пам'ятають на землі. У Харківському театрі для дітей та юнацтва пройшов вечір пам'яті композитора та талановитої поетеси Ірини Губаренко. Вознісу твоє серце любя, алтарем уготованной месте, все равно это будет сейчас, даже если не забудется завтра, первый раз очарованный раз поведет меня звездная карта. Вона народилася у відомій музично-театральній родині і не уявляла свого життя без театру. Театром всього життя для Ірини Губаренко став Харківський театр юного глядача. Знаєте, я не ошибусь, якщо скажу, що це була душа театру. Да, тому що не тільки композитор, совершенно не тільки композитор, а поет. Сегодня в этом вечере памяти это все ее стихи, все ее слова, ни одного, ничего добавленного нет. Она замечательный режиссер со своими мыслями, со своими идеями. У нас был такой бедный театр 30-летних назывался, где она была режиссером, где мы делали эксперименты, где мы изучали систему Михаила Чехова новую, где мы играли Шекспира, Пушкина, Достоевского. Поэтому она настолько многогранна. Я на себя смотрю 17 лет, и то, что только сбудется когда-то, за годом год сейчас сошли на нет, зачитан, забытый, непонятный. И только я, да юный мой Даниэль, идем неспешно прошлому навстречу. Привет, двойник, 17 лет, привет. Мама, улыбнусь сквозь годы, добрый вечер. Конечно, я здесь рос, я вырос за кулисами на сцене, и там даже было что-то в Маугли играл. То есть, конечно, рос и принимал активное участие в театральном плане жизни родителей. Ну и как-то с детства просто благодаря им я знал, чем я хотел бы заниматься в будущем. И пролетя, как миг года, он только тихо улыбнется, ведь Богу грустно. Иногда парень в темном сумраке ветвей, я пройду будто по мокрой строчке, мне мелодию из розовых теней развеяла флейта позвоночник, свою скрипку поднесу к губам и подую в лаковую деку, что-то тихо скажет барабан, заиграет крошечный оркестрик. Что-то тихо скажет барабан, заиграет крошечный оркестрик. Конечно, радостно, что не забывают здесь и сделали этот вечер. Это действительно приятно вообще. Я сюда непременно вернусь, по весне журавлиной стаей, вольной птицей на миг обернусь, и над городом тучи растаю. Я вернусь, чтоб себя отыскать, чтобы сердце раздумывать, чтоб себе возвратиться не скоро. Наверное, только с возрастом понимаешь. И понимаешь, особенно тогда уходят, когда уходят дорогие друзья, дорогие сердцу и душе друзья, когда уходят, тогда, наверное, только понимаешь. Ценить надо настоящее каждым днем и каждым часом, потому что одному Богу известно, что с нами будет завтра. Слезы не вытирай, пусть они себе.
Ждет нас дом, окружённый верхами.